Тверская госавтоинспекция присоединилась к международной акции «Мы остаемся на работе ради вас, останьтесь дома ради нас». Мировой флешмоб инициировали медики, затем его поддержали представители других профессий, которые во время пандемии коронавируса в силу выполнения своих служебных обязанностей продолжают работать. Сотрудники ведомства считают своим долгом предупредить жителей Твери оставаться дома. Поэтому совершают подобные поездки по областной столице несколько раз за день. Впрочем, никто не отменял и выполнение основных обязанностей. Например, оказание помощи в поиске пропавших людей. Пропала гражданка. Рост 145-150 сантиметров, среднего телосложения. Автоинспекторы, как и сотрудники всех служб, задействованных в жизнеобеспечении населения, в этот период остаются на посту. И меры личной безопасности соблюдают в обязательном порядке. Носят маски и стараются соблюдать дистанцию при общении. И считают, что самоизоляция – лучший способ остановить развитие коронавирусной инфекции.